Сегодня около часа ночи полиция получила сообщение о том, что на шоссе Йхве-Тарту автобус, который следовал по маршруту Рига-Тарту-Нарва-Петербург, вылетел в Кювет. В автобусе находилось 26 пассажиров и 2 водителя. По предварительным данным, 10 человек из них были гражданами России и 1 Узбекистана, 4 – постоянные жители Латвии. Из Риги автобус фирмы «Люкс-экспресс» вышел в 17:45. Авария произошла около 50 минут первого. Скорая помощь доставила в видовирусскую больницу в Ахтме 12 пострадавших. Детей и несовершеннолетних среди пассажиров не было. Первичные данные показывают, что скорость автобуса была в рамках дозволенной. Водитель, 58-летний мужчина, был трезвым. Дорожные условия ночью были достаточно тяжелые, то есть было такое скользкое покрытие и сильный боковой ветер, которые явно способствовали тому, что это ДТП имело место быть. Пассажиров, которые не пострадали в ДТП, доставили в полицейский участок в Йхве. Автобус отбуксировали, сейчас он исследуется с целью выяснения точных причин аварии. Полиция работает и на месте происшествия. После осмотра в больнице осталось 4 пострадавших пассажиров. Из тех 4, которые у нас в стационаре, у 2 очень тяжелые повреждения. Но они стабильные, и на данный момент их жизни ничто не угрожает. И 2, они с более легкими травмами, они обследованы и госпитализированы, потому что там с такими повреждениями может быть очень выраженный болевой синдром. Врачи прооперировали 2 тяжело пострадавших. Увы, несмотря на все старания хирургов, одному из них спасти руку не удалось. Председатель правления фирмы «Люкс-экспресс» выразил соболезнования пострадавшим и их родственникам. Те пассажиры, которые не пострадали в аварии и у которых на руках были документы, удостоверяющие личность, уже ночью смогли уехать в Петербург. Полиция просит помнить всех, кто сейчас отправляется в путь на рейсовых автобусах, что они оборудованы ремнями безопасности. Их использование является обязательным. По предварительным данным, многие из пассажиров драматического рейса ими не воспользовались. Возможно, в противном случае последствия дорожной трагедии могли быть иными. Владимир Михалков, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.